Вот пасека. И получается провода. И вот мы утром вышли, наверное, штук 20, а может и больше птичек сидело. Сейчас мы их начали гонять, они отлетели, но все равно не покидают. Вот они. Пресс на канале «Жизнь деревни». Сегодня холодно, и наши пчелы остались дома. Никто никуда не улетает. И сразу же слетелись. Мы сегодня утром вышли, штук 20 на проводах сидело вот этих птичек. Как я знаю, это вроде бы щурка золотистая. Важно, они занесены в Красную книгу, не убивать. Трогать их нельзя. Вот они. Очень красивая птичка. Сейчас небольшой ветер, они просто зависают в воздухе и висят над ульями. Единственный способ борьбы с ними – это звук. Пчел ловят на лету. У нас установлен кусок металла, ручка. И каждый раз, когда кто-то проходит, мы стучим. И это работает. Они разлетаются. Но им надоедает. То есть, если вот так час, два, три, мы не будем давать им нормально охотиться, они улетят. Сейчас начинается дождь. Вон их сколько. Вот такая напасть. То, что пчелы не вылетают в поле. Сейчас весна, скоро зацветет акация, все вокруг цветет, а пчелы сидят дома из-за холода. Плюс еще прилетели эти птицы. Вот так и боремся. Звук очень сильный, резкий. Вот сейчас. Вот так и воюем с этой птицей. О, начинается дождь. Пчела точно уже вылетать не будет. Я думаю, они сейчас уже разлетятся. Всем хорошего урожая, здоровья и до встречи на нашем канале.